Орифлейм – это улучшить качество жизни своей, своих детей, всей своей семьи, родителей. И знаете, в целом людей вокруг себя. Вот какую команду мы сможем создать, вот скольким людям мы сможем донести эту информацию, столько людей потом будут тебя по жизни благодарить, говорить тебе теплые, приятные слова за то, что спасибо тебе огромное, Алена Морозова. И тебе тоже будут об этом обязательно говорить люди, которые будут тебе благодарны за то, что когда-то ты дал вот эту информацию, но не именно вот эту, да, а вот эту вот идею, саму идею, как можно улучшить качество нашей жизни. Так, ну, и еще здесь, кстати, да, тут я не написала два раза в год, плюс автопрограмма. 2 миллиона рублей. Это все. Ровно 2 миллиона, что ли? Да. Так, плюс автопрограмма. Ну, это автобонус, который компания перечисляет деньги дополнительные, да, то есть автопрограмма, значит, 2 миллиона рублей, так? Да. Прям ровно там написано, да? Так? Да. Угу. Вот, я еще все не изучила, я говорю о том, что когда я узнала о том, что компания Oriflame добавила чеки на 50%, увеличила, да? Я не могла это не рассказать людям. Я отправила эту информацию, и сегодня были назначены несколько встреч. Я думаю, что кто-то еще подойдет. Вот, рассказали попозже, подойдут. Вот. А те, которые не подошли, для вас есть видео. Вы ведь и спрашивали, вы же мне и говорили, что если будет видео, то отправьте, пожалуйста. Поэтому для вас есть видео. Ну, так у нас получилось, знаете, это сейчас третье видео. Может, что-то отредактирую, может, оставлю, я не знаю, потому что первые предыдущие перед этим третьим, там у меня сначала было записано, потому что я думала, что первое видео у нас не записалось, а оказывается записалось, я поэтому начала как будто бы заново второе видео, вот, ну и это третье, если кому-то интересно, могу, я не люблю ничего редактировать, я обычно все, что записываю, я записываю сразу, с первого раза, как есть, не люблю редактировать. Люблю все сразу с первого раза, тут же сразу. Вот, поэтому вряд ли буду что-то редактировать. Хотя, может быть. Так, ну что, на этом все. С вами была Алена Морозова. Всех очень люблю, всех очень ценю. И знаете, такая на самом деле это благодарность, такое осознание, понимание в моей жизни о том, что вот мы живем в таких сногсшибательных, в очень крутых временах, не во время войны, не в древние времена, понимаете? А вот сегодня, сейчас, в 21 веке, и сегодня у нас 30 января 2022 год, возможно, это чья-то точка отсчета с сегодняшнего дня. Моя точка отсчета сегодня, потому что запускается новая бизнес-система команды Эверест. И каждое воскресенье я приглашаю кандидатов на бизнес-партнерство, я приглашаю команду, я приглашаю людей, которые хотят пользоваться качественной продукцией. Это продукция здорового питания. Это витамины, это коктейль, это батончики. Ну, есть еще продукты здорового питания, да? Кто хочет жить здорово и здорово. Ну, я где-то в этих первых двух видео говорила уже эти слова. Вот. И кому очень важно продлять свою молодость. Может быть, кому-то хочется сохранить свою молодость, да? Смотря сколько вам лет сегодня. Может быть, кому-то уже пора омолаживаться.
Вот, поэтому, знаете, компания Reflame, она подходит для всех, как продукт, которым могут пользоваться люди всего-всего мира. И компания Reflame – это мировая команда, компания мировая, глобальная просто, да, всей сетевой индустрии, более чем в 63 странах мира. Люди пользуются вот этими продуктами, выглядит моложе своих лет, красивее, чем были раньше. Вот я раньше, например, да, я пользовалась косметикой. Ну, я сегодня тоже чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть подкрасилась, чуть-чуть реснички. Ну, раз красный пиджак одел, то красные губы. Вот. А так я вообще не крашусь, ну, не крашусь совершенно. Вот, поэтому мы будем с вами о многом разговаривать. О многом будем разговаривать. С вами о жизни, о качественной жизни, как прийти к этой жизни. И мысль доскажу. А сегодня я практически не крашусь. Если раньше я не могла выйти без косметики, например, вынести просто мусор, или сходить до ближайшего магазинчика, то сегодня я это делаю легко. Потому что я сегодня выгляжу, я уверена в том, что шикарно. Мне 45 лет. И у меня нет зависимости от того, что если я сейчас не накрашусь, то я никуда не пойду. Нет, я пользуюсь продукцией Wellness. Это продукция здорового питания. И я сменила Wellness на косметику, да, то есть я раньше пользовалась косметикой, а сейчас у меня ежедневно это Wellness. Ну, у меня, у моей семьи, конечно же, мы все пьем витамины, коктейли, продукцию здорового питания. Ну и как мы живем, какие у нас мысли, и следующие мысли я буду обязательно записывать, рассказывать. Ну, на этом, я думаю, все, потому что я могу очень много беседовать, философствовать. Пора работать. Всем пока. До следующего видео. С вами была Алена Морозова и моя дочка Софья Морозова. Все, всем пока. Пишите «хочу» в команду или «хочу пользоваться качественным продуктом». Например, «хочу косметику», «хочу здоровое питание», да, ну вот это витамины, коктейль. Хочу уход за кожей лица. Вот я же вам сказала, что есть разные темы. Вот, поэтому, ну, кто хочет деньги, хочу в бизнес, хочу в команду. Ну, все. Ну, а кто в бизнесе, те и здоровые, молодые, красивые, энергичные, и с деньгами, и с доходами, и с путешествиями, и с автомобилями. В общем, все у этих людей на самом высоком уровне у партнеров компании Oriflame. Все, пока. Говорю сама себе пока. И выключаю камеру.